Фэшн-пати по-карагандински. Самые модные персоны шахтерской столицы собрались в минувший вечер в ресторане «Гранат». «I love fashion» – девиз вечеринки. Здесь все по последнему слову моды. Правда, дизайнеры и модели начинающие, но, как говорят организаторы, подающие большие надежды. Суть конкурса заключалась одеться постильнее, придумать необычную прическу и наложить самый интересный макияж. Оценивали конкурсантов карагандинские эксперты моды. Среди них известный имиджмейкер Дана Ахтаева. Организаторы фэшн-пати говорят, что вечер превзошел все ожидания. Этот вечер превзошел наши ожидания, потому что мы думали, что это так немного по-другому. И как-то немного по-другому представляли, но это, можно сказать, бахнуло от души. В этом мероприятии, можно сказать, это родился отчасти новый проект, который мы будем, возможно, продолжать. Самым ярким вручили приятные подарки. Сертификат от одного из брендовых магазинов одежды и дисконтные карты от самого модного ресторана «Гранат». Среди тех, кого заметила строгая жюри, участницы Дарига Респекова и Ситара Бакирова. Сегодня они впервые попробовали себя в роли моделей. Мы очень рады, что события такого масштаба проходят в нашем городе. Вот, и мы решили принять в этом участие. Это было несколько для нас вызов, но я считаю, что мы с ним достойно справились. Яркая фэшн-вечеринка не последняя. Организаторы уже готовят очередное, еще более масштабное модное пати. Какие сюрпризы ждут участников, увидим совсем скоро.